Привет, я бьюти-блогерша, и сегодня я буду снимать влог в своем туалете. Привет, дружище. С тобой Шиморо, и добро пожаловать в туалет. Да, сегодня мы с тобой, дружище, будем погружаться, так сказать, в туалет. А точнее, в игру под названием «Туалетный побег» или «Toilet Escape». Ребята, значит, нашел ту игруху. Подумал, что... Она, кстати, в жанре хоррор. А подумал, что надо бы страшненького еще нам получить с тобой удовольствие какого-нибудь, да? Ну и, соответственно, давай приступим. Посмотрим, что из себя туалет представляет. Ой, туалетной бумагой мне нужно. Что мне нужно сделать, чтобы нажать play? Я думал, мне придется здесь стереть. Ой-ой-ой. Собери все 5 туалетов, чтобы найти... выход? Собери все 5 туалетов? Чё? В этой игре мне нужно собирать туалеты? Я думал... Беги. Беги написано. Беги. Ну вот, вот он первый туалет. Что? Кто это сказал? Кто это сказал? Так, я собрал свой первый туалет. А кто там что-то сказал? Там кто-то что-то сказал такой. Так, этот туалет я подобрать не могу. А, кто-то меня здесь пугать, насколько я понимаю, должен, да? Пока я в поиске туалетов, блин. Черт подери. Первый хоррор про туалеты, ребята, где мне нужно найти туалет, ребята. Это просто пиздец. А, хоррор про туалет. Замечательно. Ну, ладно. Опа, здесь скрытая дверь, смотрите. Это скрытая дверь или портак? Нет, не скрытая дверь. Беги. Беги, мне сказали, беги. Эти туалеты я собрать не могу. Нам нужно висячие туалеты собирать, да? Здесь раковины. А нам нужно собирать только висячие туалеты. Все те туалеты, которые висят. Что-то как-то все непонятно, ребята. А тень как-то оттеняется. Но пока нисколько не страшно. Пока нисколько не страшно. Абсолютно, абсолютно, я бы сказал, не страшно. Тихо. Это что там? А это надпись, видимо, да? Это, видимо, надпись. А, да, это еще один толкан. Че меня, говорит, штормит-то? We will flush you down. We will flush you down. What the fuck? Кто это говорит со мной таким голосом? We will flush you down. А, какая-то дичь, видимо, здесь есть все-таки. What the ro-ta-ta-ta? Не, мне показалось. Это раковины просто, ребят, перевернутые. Это просто раковины, а это не страшно абсолютно. We will flush you down. Какая же громкая, кстати, музыка, звуки в игре. Видимо, разработчики решили на этом сыграть. Чтобы музычка была громкой. Ну, а наша задача просто продолжать искать толканы. We will flush you down. Flush you up and flush you down. Down, 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 down. Ничего не видно вообще, ребята. Абсолютно ни черта не видно. Я слышу что-то. Я что-то слышу. Я приближаюсь к толкану? Или ко мне приближается толкан? Я не могу пройти, раковина? Меня начинает это бодрить, ребята. Меня начинает бодрить. Так, мне нужно найти 5 туалетов. Опа, еще один туалет. В тупике. Ты, говорит, зря сюда пришел. Что за хуйня? Что за хуйня происходит? Пока непонятно, что происходит вообще. Эй, монстры туалетные. Я знаю, что вы здесь есть. Я не могу же здесь просто так брать и собирать эти туалеты. А здесь же должна быть какая-то дичь. И куда я должен пройти-то? Здесь нет никакой карты, пометки, либо прочего такого, ребята. Я должен просто ходить и искать долбанный вонючий туалет, который висит в воздухе. И я не знаю, куда идти. Все как-то это напоминает мне. Я не знаю, мне это какую-то игру напоминает. Слендера, может быть, в чем-то. Но там записочки все-таки, да? Там, где вот эти надписи сияют, получается, тут может быть толкан. Но мы уже здесь... Беги, отсюда мы начали, видимо. Беги. Постоянно беги, ребята. Видимо, туалет будет приближаться к нам, точнее, мы будем приближаться к туалету только тогда, когда, соответственно, мы услышим стук сердца вот этот. Вот. Вот. За этой стеной. За этой стеной, видимо, есть толкан. Видите, мутнеет в глазах у персонажа. И, соответственно, толканчик должен находиться где-то рядом. Но пока непонятно, где именно. Слышите? Кто-то смывает. Мы смоем тебя, говорят. Оу! Глаза! Какие глаза? Какие глаза? Какие глаза? Какой туалет? Где туалет? Мне туалет, пожалуйста. Я за туалетом сюда. Ой-ой-ой, ебаный ты нахуй. Здесь как-то очень стрёмно. Очень стрёмно начинается все. Очень как-то стрёмно, очень как-то не... Кто, блядь? Что это за херня? Меня пытаются смыть в туалет прямо сейчас. О боже, нет, не может быть. Что за поебень там творится? Ребят,
А ты не можешь спрятаться. Мы всегда тебя отследим. Ты не можешь спрятаться, говорит. Track you down, fuck you down. Ты не можешь спрятаться от нас. От кого? От нас. А кто это? Кто это? Девочка! Девочка! Иди отсюда! Это кто? Это кто-то? Это кто-то? Это кто? Это она? Это он? Ой, да, там женщина голая. А почему я должен прятаться от голой женщины? Я не понимаю. Я должен прятаться от голой женщины? Или в туалете с голой женщиной ночью? Какая-то хуйня, ребята. Пока-пока не страшно. Ой, ёб твою мать, пошла ты нахуй, блядь! Пошла ты нахуй, блядь, от меня! Пошла бы ты нахуй, блядь! Она не страшная. Кто? Все, что ли? И таким образом я даже не понял, кто меня догнал вообще. Соберите все 5 туалетов, ребят. Ну, как бы, ну давайте будем бегать на шифте. Давайте, может быть, игра нас просила бегать на шифте, скорее всего. И, соответственно, в этом вся фишка, но пока непонятно, что эта девочка хочет от меня. Туалетные монстры, идите ко мне, туалетные монстры. Я соберу все туалеты. Я, по-моему, собрал 3 туалета. Ой, 2 туалета, да? В прошлый раз. А, 3. Соответственно, я примерно знаю, где находится местоположение этих туалетов. А моя задача просто-напросто как бы не дать девочке, которая вот такая вот вся светящаяся, непонятная, как будто только вышла из душа, соответственно, поймать меня и надрать мою маленькую вонючую жопку. Да? Да? Или нет? Девочка? Девочка, не пугай папочку. Папочка сейчас туалетики соберет, и все будет хорошо. Где же, блядь, еще один туалет? Дайте пролезть. Нахуй. Пораставили, блин, раковин дизайнеры-хуяйнеры. Неправильно все выставили, посмотрите. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как страшно. We will flush you down. Flush you down. Смыть. Я не знаю, как это переводится. Flush you down. Но, видимо, да, меня будут пытаться смыть еще раз. Но давайте попробуем хотя бы рассмотреть этого монстра и каким образом она меня должна пугать. Она меня вообще не напугала, как бы. Ну, девочка и девочка, да. Ничего такого страшного я не увидел. Здесь я уже был. Чё я бегаю-то в одних и тех же местах? Слышь, туалетная бабайка. Туалетная бабайка. Вот такая растакайка. Тю-ру-ду-ду-ру-тю-тю-тю. Так, здесь пока ничего не видно. We will fucking flash you down. Где-то какие-то вот стуки сердца вот эти вот непонятные, да? Сердцебиение ты начинаешь слышать. Беги. Это стартовая локация. Это же стартовая локация, да? Видимо, за мной уже начинают охотиться. Блин, а где еще толкан? Я же находил туалет, ребята. Я же находил еще туалет. Куда-то я не туда, ребята, постоянно бегу. Ой, ну и говно, ну и говна, блядь, понаделают, а? Ну и говна, я обязан найти эти туалеты. Вот глаза. Глаза, береги свои глаза, пиздюк, говорит нам игра. Береги глаза. Где-то здесь толкан или там дальше? Может быть, все-таки вот эти толчки стоит просматривать, как бы? О-о-о-о-о-о-о-о. Видимо, появился монстр где-то. Видимо, появился. Начал появляться монстр. Но где сам туалет? Где толканы-то, блин? Ребята, я опять пришел же в ту же ситуацию, попал, где я встретился с этим монстром вонючим. Но я не вижу больше туалетов вообще. Куда мне идти? Смотрите, ни одного толкана больше здесь нету. Где они могут быть, ребята? Найдите 5 туалетов, говорит игра. И где монстр этот вонючий? Хотел бы я на него посмотреть, на самом деле, поближе. Он, видимо, ходит по этим лабиринтам вместе со мной сейчас, да? И, соответственно, просто пытается... Не можешь спрятаться. Да туалеты-то где? Слышь, я здесь не был уже. Где они еще рандомно как-то расставляются? Не можешь спрятаться. Я и не собираюсь спрятаться, блин. Мне просто нужны туалеты. Мне сказали найти туалеты. Я сейчас найду туалеты. Эй, туалетный монстр. Туалетный монстр. Не видно никого. Вообще никого не видно, ребята. Вообще ни вашпи никого не видно. Где? Где девочка хотя бы, которая меня пугать должна, блядь? Где девочка, которая должна меня напугать? Девочка, ну ты хотя бы, блядь, отработай. Я не знаю, отработай как-нибудь свою роль скримера там. Ты же мышь в хорроре. Не можешь спрятаться. Я и не собираюсь спрятаться. Я собираюсь найти туалеты. Господи. Нет, эти туалеты не работают, ребята. Постоянно мутнеет в глазах. Тоже непонятная какая-то херня.
Ну вот, здесь я не был. Там я не был, но, тем не менее, толканов здесь вообще нет. И девочки тоже нет. Ну, давайте проверим. Ран, беги. Сказали беги, а как бы... Меня никто не пугает в этой игре! Пугай меня! Монстр туалетный. Монстр туалетный, ну напугай меня, ну. Ну покажи мне страшненькое, неожиданное что-нибудь. Монстр туалетный. Туалетный монстр, где ты? Где ты? Я уже тебя ищу, я уже не туалеты ищу, я уже ищу адреналина, так сказать, на жопу. Где, где, где? Напугай резко, выскочи, пожалуйста. О, что-то со звуком. Звук все громче. Вот ты ебаный! Здравствуйте! Иди-ка ты нахуй, блядь. Все что ли? Ну и нахуй, блядь. Проще смываю эту, блядь, игру в корзину на пизду, блядь. Не, ну тем не менее, как бы лайк-то надо... За старание-то, ребята, лайк-то нихуя себе, блядь. Вы видели, да, как я боролся с этим... Я не нашел туалета, ну, ёб твою мать, ну как так-то вообще? Ну кто такое делает вообще, блядь? Ладно, все, всем-всем пока, это было страшненько, наверное. А, мне нет, не знаю, как вам. Всем пока, друзья, до новых встреч. Вот такой вот туалетный хоррор. А, с вами был Шамора.